Автор канала Insider US, и сегодня нас пригласили на совершенно потрясающую инициативу, которую придумали дети 249-й школы и 191-й. Они решили напечь и продать на ярмарке свои изделия для того, чтобы собрать деньги для котодомика проекта Мушукин. Я еще являюсь основателем проекта Мушукин. Я очень благодарна депутату Алмазарского района Фирузе Каримовой, которая... Я так думаю, она и придумала эту инициативу, воплотила ее, и дети просто невероятно, они довольны, они счастливы. И самое главное, здесь есть одна очень важная вещь, которую мы должны все помнить. Проект Мушукент не про кошек, и никогда не про кошек, он и не был никогда про кошек. Проект Мушукент – это о наших детях, о нашем детстве, о том, что мы должны воспитывать в детях эмпатию, любовь к животным. Только тогда они смогут быть добры и к людям. И для нас это очень важно, для людей, кем они будут управлять через много лет, для нас это очень важно. В рамках акции «Подари книгу и поделись духовностью» мы подарили двум школам вот такие книги «Нулевой этаж». Это приключения ташкентского кота на улице Ташкента, для того, чтобы дети читали книги.